Друзья, всем привет! Сразу такое небольшое извинение за последнее видео. Как бы люди его немного посмотрели, но пришлось его удалить. На улице был жесть, какой сильный ветер, и микрофон просто ветрозащита, там шумозащита с этим ветром просто не справилась, поэтому решили это видео удалить. Итак, сегодняшняя тема, кстати, не унывайте, потому что, как-то знаете, все вот подуныли, что ли, в связи вот с этим, с коронавирусом. Посмотрим сейчас обстановку в городе. Что хочу сказать? Ну, давайте вот так камеру направлю, да, на дорогу. Что хочу сказать? Вот первая неделя карантина, самоизоляции, как-то люди, вы знаете, вот, ну, наверное, сидели дома, да? Сейчас, я не знаю, стандартная ситуация, стандартная история, то есть едем по улице, автобусы ходят, машины едут, люди, да, вот люди есть. Нет, людей все равно, конечно, меньше, дворы пустые, то есть дети гуляют, но меньше гуляют. Вот, и как-то вот, я не знаю, вот смотрите, трамваи ходят, автобусы ходят, дороги моют, хотя вот как бы продлили, да, этот карантин на 30 дней, на целый месяц. Пишите, а вот люди, смотрите, вообще в противогазах, но это, скорее всего, не дороги моют, это идет санитарная обработка общественных мест, дорог. Как бы, ну, да, здесь плюсом, то есть начали заниматься, начали работать. Вот, что хотелось бы сказать, пишите, как у вас обстановка в городе, то есть люди, нет, открытые торговые центры, закрыты, на рынке, сейчас поедем, посмотрим пару машинок, кстати, кому нужна помощь, чтобы проверить, посмотреть автомобили, звоните, пишите, мы на связи, посмотрим, что происходит с рынком. Кстати, удивительно, почему еще рынок, он работает, как бы это общественное место, по идее, рынок должны были закрыть. Вот, но я так думаю, он открытый. То есть за день, там за два никто его не закроет. Еще такая новость у нас в городе. Вроде как сделают там систему пропусков, да. То есть ты сможешь находиться на улице только в том случае, если ты добираешься до места работы. Как это будет выглядеть, непонятно. То есть организации, которые работают, должны каким-то образом зарегистрироваться на госуслугах и... Короче говоря, я не знаю, обычному гражданину будет приходить смс-ка, опять же, он будет делать запрос через госуслуги, если вдруг полиция остановит его на улицах, он предъявляет эту смс-ку и спокойно едет дальше. Вот, как это будет выглядеть, непонятно, ради интереса попытался зайти сегодня на госуслуги, только у меня, ребят, даже зайти туда не получилось, меня просто оттуда выкидывают, я не знаю почему. Вот, ну и опять же, ну как, допустим... Если там человек не работает, да, ему нужно в аптеку. В аптеку, мол, идите в ближайшую аптеку возле своего дома. А если того, чего нужно, мне в аптеке нету, соответственно, мне придется ехать в какую-то другую аптеку, правильно? Я не знаю, просто я дачник какой-то, надо будет поехать мне съездить на дачу. Ну, вроде как бы дачникам пропуска такие не нужны, да. Но опять же, какая-то неразбериха, какая-то вот несогласованность идет. Да, любой человек может сказать, что, я не знаю, там, я еду на дачу. Или еще куда-нибудь. В общем, как это будет выглядеть, непонятно. Не забывайте писать в комментариях, что происходит у вас в городе. Вот, проехали с вами уже несколько километров, видите, да, то, что машины есть, в принципе, ну, еще раз повторяюсь, обычный, стандартный такой какой-то рабочий день идет. Подъезжаем к рынку, сейчас заедем, посмотрим. На рынке были, еще раз повторяю, был очень сильный, ужасный просто ветер. Вот сегодня ходить, снимать цены не будем. Зайдем, может, там на одну стоянку, посмотрим просто по наличию автомобилей, посмотрим. И следующее видео, ну, может, следующее, может, через одно видео сделаем. Актуальная тема такая. Сейчас у людей денег стало поменьше, да? Даже два видео сделаем. Первое видео сделаем бюджетные автомобили. Бюджетные, недорогие автомобили. Тысяч, наверное, до... 500, там, до 600 возьмем от самых низов и сделаем тему на автомобили в пути и под заказ, на как людей разводят, потому что сейчас количество звонков, их стало больше. То есть что это такое? Допустим, стоит какой-нибудь Honda Fit, да, которому цена 700 тысяч, а под заказ, его цена там 580-600 тысяч, максимальная комплектация, там написано, указано с небольшим пробегом, как это так? То есть прям возьмем на камеру, все это снимем, будем звонить, будем с ними общаться. Ну, как бы машину мы заказывать не будем, да, но
попытаемся заказать вот через такой, не то что сайт, да, через такую фирму автомобиль и посмотрим, сколько они нам скажут по конечной стоимости. И потом уже будем звонить куда-нибудь в такую, в проверенную компанию. Машины есть, смотрите, въехали на авторынок «Зеленый угол», да, продавцы стоят, кофе, чай, сигареты торгуют, там японские всякие штучки. Вот. И получается уже, ну, в такую, в проверенную фирму будем звонить им, ну, и как бы сделаем, сопоставим, да, что есть как, куда обращаться, куда не обращаться. Вот, смотрите, автомобиль выехал, выехал автомобиль. Ну, видимо, как-то покупает. Стояночка вот эта, вот в таком она состоянии. Здесь обычно раз, два, три, три ряда автомобилей стоит. Вот, но сейчас как-то вот из туда, из крайних, из второго, из третьего ряда народ машинки сюда подтащил. На камеру многое, конечно, не попало. Пообщались с продавцами. Но машинки везут потихонечку. Везут. Вот, кредитная организация тоже работает. Ладно, сейчас посмотрим. Ребят, зашли на стояночку, машинку посмотрели. Сузочка Спася, вон она стоит. Кстати, здесь есть автомобили, есть кей-карточки, есть цены. Сейчас немного пробежимся по ценам, покажу цены, да. И давайте немного веселья. То есть я видел вот эту штуку, в Инстаграме мы выкладывали. Вот, но не знаю, насколько это было. Короче говоря, правда, реально указали. Читайте. Здесь много, ну, короче говоря, я думаю, читать вы умеете. Вот раз такой, да, и вот второй такой. Ну, прикольно сделали, прикольно. Ладно, значит, давайте вернемся к автомобилям. К автомобилям. Honda Fit стоит, 17-й год, 4 ВД синего цвета. Привоз 4 апреля, аукционная оценка 4 балла, статистика 675 тысяч рублей. 4 ВД, 17-й год. Ну, цена такая адекватная, как бы машина еще идет ебальная. Вот это вот один из недорогих, дешевых кей-карчиков. Daihatsu Mira ES, 15-й год, пробег 37 тысяч, цена 305 тысяч рублей. Вот не знаю, опять подул ветер. Что ж на этот раз у нас будет там со звуком? Хондочка такая стоит, цена... А нет, цена указана, 17-й год, 0,7 пробег. Не понять, что там пробег, то ли 10, то ли 40 тысяч, 390 тысяч рублей. Honda N-Wagon, черный цвет, неплохая комплектация, турбо. Цены на турбо у нас нет. Что тут еще интересного у нас стоит? Suzuki Ignis гибрид, вот начали вести вот эти автомобили, тоже они начали появляться, белый цвет. Салончики у них такие, ну такие как бы прикольные идут. Итак, 16-й год, 1.2 гибрид, темный салон, почти новая резина на 15 2017 года. Давайте проверим резину. Ну, то что она новая, сказать я, к сожалению, не могу. Итак, стоил он 610 тысяч рублей, сейчас он стоит 550 тысяч рублей. Toyota Prius Alpha Рестайл, черный шикарный цвет. Ну что, черный шикарный цвет, это конечно когда автомобиль чистый, цена на него не указана. Итак, Suzuki Spice, вот эта, которую мы сейчас смотрели, 16-й год, 4 камеры, стоит она 390 тысяч рублей. Смотрите, стоит старенький японский автопром. Ну, как бы, я так понимаю, он уже не ездит, врос в землю. Вот, летает. Когда-то был у меня такой автобус, довольно-таки неплохой аппарат, конструктор был. Ладно, мы сейчас не об этом. Далее стоит Nissanчик, 12-й год. Ну, год непроходной, цены здесь нет, он нам не интересен. Еще стоит одна Мира, 14-й год, 4 ВД, механика, родной пробег, 26 тысяч, стоимостью 310 тысяч рублей. Стоит Аквочка, Аква, полноценный гибрид, 14-й год, аукционная оценка 4 балла. Так, цены тоже здесь нету. Ну вот, стоянка, где китайцы, людей, как видите, здесь нет. Nissan Nova, 15-й год, турбо, это DKS, комплектация, хорошая комплектация, 98 лошадиных сил, 495 тысяч рублей. Зимняя резина, без литья, но для турбо, для DKS, цена, конечно, у него такая хорошая. Он еще стоит, Мира ЕС серого цвета, серого белого цвета,
2015 год, 297 тысяч рублей. Suzuki Swift 2015 года выпуска, 4 балла, 1.2 за 495 тысяч рублей. Давайте кейкары посмотрим, потому что я думаю, всем интересны кейкары в данный момент в кризис. Итак, Honda 370 тысяч рублей, климат, еще одна Мира 300 тысяч рублей, Suzuki Alto 290 тысяч рублей. Вот Suzuki Alto — это, наверное, один из самых дешевых автомобилей. Мувик 350 тысяч рублей, еще одна Alto 309 тысяч рублей. Mitsubishi, здравствуйте. ЕК 355 тысяч рублей. Ну и такая вот Alto модная, Turbo RS 385 тысяч рублей. Посмотрите, как она шикарно смотрится. Leaf, не пойму, но вот это, скорее всего, цена 440 тысяч рублей. Ну, Leaf, конечно, должны в цене упасть. Еще одна Мира 355 тысяч рублей черного цвета. Но за 355 тысяч рублей она, конечно, должна быть, я думаю, в идеале. Есть басики, хайджеты. Еще одна Suzuki Alto 340 тысяч рублей. Nissan Days, то же самое, что и Mitsubishi EK, синего цвета, 4 камеры, 385 тысяч рублей. Спрятался Honda N-Box на светлом салоне серого цвета за 370 тысяч рублей. Honda One, кто-то недавно интересовался таким, что это такое вообще? Это Daihatsu Kass, какая Honda One? На летней резине, без литья, климат контроль. 430 тысяч рублей. Вот автомобиль чуть-чуть побольше, Toyota Passo. Это уже свежий кузов, последний кузов. Есть все за 465 тысяч рублей. Вот немного, чтобы понимали, вот это идет свежий кузов, вот это идет предыдущий кузов. Но вот это женский такой цвет, это комплектация Хана. Хорошая комплектация, и автомобиль в такой комплектации, он, конечно, не дешевый. Вот такой у нас сегодня с вами получается мини-обзорчик цен. Suzuki Wagon R. Вот еще один пасик стоит. Итак, Wagon R у нас 4 воды, 15 год, 345 тысяч рублей. Passo в зеленом цвете 475 тысяч рублей. Пробокс 1,5 литра, 15 год, максимальная комплектация, супер салон, 570 тысяч рублей. И еще один пасик, 16 год, 4 балла, 495 тысяч рублей. Кузов целый, пробег указано 81 тысяча. Зашли еще на одну стоянку посмотреть, как у нас тут по наличию автомобиля. Ну, видите, автомобили есть. Вот показали мне сразу автомобильчик с пробегом 35 тысяч. Это Honda Freed Spike, автомобиль 2015 года, 12 месяц, 1,5 литра, пробег 35 тысяч за 688 тысяч рублей. Давайте посмотрим состояние салончика. Полочки нету. Не знаю, куда делись, но багажное отделение, я вам скажу, в порядке. Именно для спайка. Две электродвери. Все работает. Коврики постелили специально. Так, осторожненько. Freed Spike. Spike — самый популярный минивэн. Знаете, не обманули. Хотя не знаю, обманули, не обманули. Надо смотреть. Пробивать обязательно. Многие не могут найти наши телефоны. Телефоны указаны в описании под видео. Ну, подсокотное пространство, оно тоже реально, ребят, посмотрите, оно просто здесь блестит. Ладно, спасибо. Можно глушить. Снимаю в вашей машинке немножко. Так, ну, такие автомобили у нас уже сегодня с вами были. Ноут у нас был, цены здесь нету. На Фите тоже цена не указана, видно то, что это гибрид. Ну давайте сейчас немножко не о ценах, просто по наличию автомобилей. Вон она, верхняя площадочка. Кстати, надо вот как-то зайти туда, потому что снимаем, а туда мы не ходим с вами снимать. Аква стоит.
На Акве тоже цена не указана. Toyota Corolla Fielder 15 год, 1,5 литра, 750 тысяч рублей. Вот Honda Fit нам показывают. Honda Fit. Хорошая комплектация на литье. У него выхлоп какой-то. Он еще и на коробочке идет. Датчик при столкновении. Комплектация RS, фары. Линза. Сколько он стоит? 570 на коробке, полторашка. А он S, да, еще идет? RS-овский. Он, да, RS. Ну и получается у него салончик, как у S-ки идет. Потолок идет тоже темно. Вот, кстати, кто-то говорил, там спрашивал, есть автомобили на коробках? Нет. Ну, вот попадаются такие штучные экземпляры. Но их не так много. Датчики какие-то установлены здесь. Пищалочки, подстаканники. Ну, японец молодец, конечно, постарался. А я выхлоп, да, я про выхлоп говорил уже. И выхлоп, и обвесы. Ну, звук, конечно, камера заднего вида установлена. Звук такой, конечно, приятный. Давайте прогазуем. Какой пробег у него? 63 тысячи пробег. Ну прикольно, прикольно, прикольно. Короче, полная комплектация. Еще будет нота на коробке, 17 год нисмоская. Нота нисмоская, сколько будет стоить? Не знаю, на коробке, кто может стоить. Ну все, понял, придем, поснимаем. Итак, забыл цена. Сколько у него? 770 тысяч, полторашка. 770 тысяч рублей, 1,5 литра. Вот он под капотом. Ну давайте еще подкапотное пространство посмотрим. Зато есть сколы. На капоте. Подкапотное пространство тоже не ржавое. Не ржавое. Я так понимаю, тут его никто не мыл, да? Не занимались им. Как то есть, если сейчас его отмыть, он будет блестеть. А что еще есть интересненького? Нет, ничего больше. Интересного нету? Все на подходе. Вот, это Демио 17 год. Вот буквально вот час назад звонили по Демио, спрашивали, сколько стоит Демио? 585 на сдачу. 585 тысяч рублей. 17-й год, автомобиль идет, передний привод. Единичные штучные покупатели. Все-таки они есть. Honda N-Wagon 17-й год, 58 лошадиных сил, 485 тысяч рублей. Impreza 2016 года выпуска 770 тысяч рублей. Nissan Note, линзы, резина зима. 17-й год, 4 ВД, СТБА, это система при столкновении, контроля полос. 575 тысяч рублей. Suzuki Solio 14 год, 2 электро двери, 545 тысяч рублей. Mitsubishi Outlander 15 год, цена на автомобиле не указана. Toyota Voxy 4 ВД, 2 литра, 1 миллион 180 тысяч рублей. Темный салон, литье, регулировка фар, ксенон и т.д. и т.п. Короче говоря, есть все. R-ка. Почему R-ка? Потому что идет замена переднего левого крыла, пробег 81 тысяча. Рядом стоит, ну, практически такой же, да, автобус. Это у нас Toyota Now, 15 год, 2 литра, 4 ВД, 2 печки, 2 монитора, 2 электродвери, свет и салон, 1 миллион 200 тысяч рублей. Хайс, 14 год, 4 ВД, дизель, GL комплектация, 2 печки, камера заднего вида хода установлена, 1 миллион 720 тысяч рублей. Ну, Хайс, посмотрите, такой модный, на хорошей, жирной летней резине. Ну, не знаю, можно сказать, она новая. Давайте найдем, какого она года выпуска. Так. Не вижу. Сейчас буду искать. А еще одна Suzuki Solio, уже коричневый цвет, 15 год, 1,3, 495 тысяч рублей. Пойдемте посмотрим. Toyota Porte, ярко-желтый цвет. Porte, ну всем такие автомобили рекомендуем, как семейные автомобили для жены с детьми. Реально очень удобный, комфортабельный автомобиль, практичный. Просто с нереально огромным салоном. Итак, он 15-й год, 520 тысяч рублей. Ну и всеми любимый Subaru Forester, автомобиль 2016 года, 1 миллион 420 тысяч рублей. IL Package комплектация. Тоже рестайл идет, фары, линзы, родное субаровское литье, бесключевой доступ, камеры при столкновении, мультируль. Кстати, вот знаете, мультируль, чтобы был полный мультируль на субариках, встречается, конечно, редко. По бокам идут накладочки, рейлинги, хром. Но автомобиль, конечно,
конечно, смотрится очень он шикарно. Что еще у нас есть? Филдер гибрид, 790 тысяч рублей. Ну, автомобиль такой уже, подороже идет. Это Toyota Harrier. Есть двушки 2 литра, которые гибриды идут, они идут 2,5. Итак, 14 год, гибрид, мотор 2,5, 2 миллиона 250 тысяч рублей. Друзья, побывали с вами на авторынке. Итак, какой вывод можно сделать? Машины есть, продавцы есть, покупатели есть, но мало. Мало. А народ то ли боится ехать, то ли там деньги экономит. Покупают машины дистанционно. Китайцы есть, самое главное. Раньше автомобили стояли, которые подбитые подходили. Ну, некоторые даже в таком, да, состоянии продавались, в плане, ну, где-то там царапка, где-то вмятина. Китайцы появились, реально. Реально китайцы отгородились в масках, там на капоте написали с ошибками коронавирус. Не помню, что у них там было написано. Вот. Что еще? На сегодня все. Ближайшие два видео, как я и говорил, будут связаны в видео. Это недорогие бюджетные автомобили, там 500-600 тысяч рублей. И разберем тему с автомобилями под заказ. На сегодня все. Если понравилось видео, как обычно, палец вверх. Не понравилось — палец вниз. Вот. Ну и пишите комментарии. Всех читаем, всех смотрим. Всем пока.